Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о маслах, а именно о цепных маслах. О масле, которое нужно заливать в вашу бензопилу для смазки цепи и шины. Вот, объясню, почему не стоит использовать отработку, почему не стоит использовать даже чистое масло. У меня есть такое, не знаю, видно вам будет, ну чистое, видно такое желтенькое. Вот, его тоже не нужно использовать. А именно, желательно использовать цепное специализированное масло. Вот у меня есть такой вот Razer. Как вы видите, здесь у нас написано цепное высокоадъезионное масло широкого температурного диапазона. В общем, самое главное здесь адъезия слова. Что такое адъезия? Показываю на практике. Адъезия — это свойство прилипать. То есть, как вы знаете, у нас масло качается маслонасосом здесь в верхней части шины. И ему нужно прокачать и цепью пронести это масло полностью по всей шине и донести до нижней части в рабочую зону. Вот. Поэтому обычное масло с этим не справляется. То есть, когда вы работаете на больших оборотах, у вас все масло с носика шины слетает. Ну, не все, там большая часть, да, условно говоря, это 80%. Это если вы используете обычное, там, автомобильное, да. Я не говорю, что адъезионные масла, они не слетают с шины. Они также слетают, но в меньшей степени. То есть обычное, условно говоря, 80% слетело. До рабочей части дошло 20%. Адъезионное слетело 30%. До рабочей части дошло 70%. Это также, как вы понимаете, продлит срок службы вашей шины и цепи. Вот. Также адъезионные масла не так дорого стоит, как все думают. Такая вот, к примеру, литровая бутылочка стоит $3. Вот это вот немножко дороже, 3,5. Ну, как бы это не очень много. Такой одной бутылки, если вы пилите у себя дома, вам хватит, ну, ни одно дерево завалить. То есть экономить на этих маслах, в принципе, нету смысла. Если вы будете покупать 5-литровые там канистры, они еще дешевле будут выходить, да? Почему я не рекомендую использовать отработку? Ну, отработка, одно слово, отработка говорит сама за себя. Это масло, которое свои свойства все смазочные, в принципе, выработало, да? Но приобрело оно не смазывающие свойства, а вот такие вот всякие металлические частицы, всякую грязь. И эта вот всякая грязь будет вам портить шину и цепь. Ну, также может немножко насос вам накрыть. Ну, если это чистая отработка, вы там ее фильтруете. В принципе, насос будет работать. Они там не супер такие привередливые. Но имейте в виду, что может такое случиться. И как бы экономить, потом ремонтировать, менять шину, цепь. Ну, такое себе, да? Также, почему я не рекомендую использовать чистое масло? То есть, это обычное чистое автомобильное масло. Не знаю, там, любой марки, в принципе, неважно. Оно также не обладает адъезией, да? Да, оно чистое, насос там вас будет качать, никаких проблем, но оно будет смазывать вас только верхнюю часть шины. Дальше за носик шины оно будет слетать, и там маленькая часть будет доноситься до рабочей зоны. Ну, если вы такое используете, тогда пилите, наверное, только снизу вверх, не знаю. Только так можно немножко продлить срок службы шины и цепи. Дальше по поводу комментария, что вы там используете отработку, все отлично. Я ж не спорю, да, можно использовать там все отлично у вас будет, да. Если вы там пилите маленькие тоненькие веточки, то как бы такой нагрузки шина не испытывает. В принципе, проблем там особых не будет. Она не так будет изнашиваться быстро. Но если вы работаете на всю шину, большое трение цепи о дерево, цепь нагревается, шина нагревается, а масла здесь нет вообще. То есть масло не смазывает и не остужает эту часть. То есть шина будет у вас чернеть и изнашиваться. Ну вот как бы все. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Спрашивайте, не стесняйтесь, отвечу. Все, всем пока.